Всем привет, с вами Настя. Сегодня я снимаю 10 вещей, которых я люблю 2. Надеюсь, вам понравится. Но в этом разе, в этой части я не буду говорить. Я буду показывать. Давайте же начнем. Первая вещь – это вот этот. Вот это. M&M-сиха. Вот сюда. Сюда ложишь M&M's, вот там, да, и оно тебе как бы вот здесь нажимаешь, вот тут оно крутится, и оно выпускает, ну, вот эти кружочки M&M's-ики. Это первая вещь. Вторая вещь, это вот этот хорошенький домовёнок, да. Мы его назвали Кузька, Кузя. Он держит колосочки, денежку. И сам такой глазки отсвечивает. Это была вторая вещь. Вот это, вы не бойтесь. Это у меня папа, я вам расскажу. У меня папа, как бы он путешествует по разным странам на корабле. И вот это... Эта девочка из Африки, она пахнет шоколадом уже сколько? 6 лет. Я папа его так привез в 5 лет. Вот она даже сейчас пахнет шоколадом. Да. И четвертая вещь. Я открыла маленькую рубрику «Три вещички из Египта». Вот, это первые вещички из Египта, они правда настоящие, вот. Вот, это какие-то царицы, я не знаю, папа, Клеопатры даже, можно сказать. Очень красивые. Вторая вещь из Египта, это вот. Это типа салфетницы. Да, но они реально сделаны из настоящего золота, я вам клянусь. Вот. Очень красивые. И, наконец-то, третья вещь из Египта, это вот эта шкатулка. Вот она, я вам говорю, она реально, она из бронзы сделана. Вот, открыл, а там у меня что там, флешка, всякие украшения, да. Очень красивая. Всем бы такой. Да. Ну вот я закончила рубрику Египет. Дальше. Пошлите. Поначалу это у меня была 5-я вещичка. Поехали на 6-ю. А вот это вещички сделаны самодельными руками. Это сделала наша знакомая, подарила нам. И еще я похожую вещичку подарила своей однокласснице Алисе Радкевич на день рождения. Надеюсь, ей она очень нравится. А, да, дальше это вот это. Это чашечка и блюдечко из глины, да. Вот. Главное, чтобы не разбить, не дай бог. Она такая красивая. Это мы делали... На день рождения у Леси Передерей, да. Здесь я написала бабуле. Очень красивая чашка. Это было число 18.04. Да. Угу. 9-я вещь, это моя косметичка. Здесь у меня лежат тени очень разных цветов. Да, вот они. Очень красивый набор. Это мне подарила мамина подруга из Италии. Маме почти такой же, чуть получше, но у меня тоже классный. Тут зеркальце есть. Угу. И, наконец-то, 10-я вещь. Это фотоаппарат. Да. Я очень люблю фотографировать, снимать видео. Хочу стать известным видеоблогером. Да.
Вот это фотоаппарат. Обычный фотоаппарат Canon. Просто милый, хороший, удобный, главное. Чиз. Да. Мне он очень нравится. И, наверное, я закончу свой влог. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пальцы вверх, как обычно. Ну, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. И ждите новых видео. Ну, перед этим я с вами не буду прощаться. Я вам сделаю объявление. 25 июня я еду на море в Скадовск. И я вам хочу сказать, что я не буду там прекращать снимать видео. Я буду снимать там мини-сериал, как бы свой каждый день, что я делаю, где я гуляю. Мы еще пойдем в аквапарк. У нас отель с бассейном будет. Ну, ребят, я вам говорю, я буду снимать мини-сериал свой каждый день и буду его вылаживать. И если... И на это нужно лайк и плюс подписка, чтобы шла другая серия. Так что не расстраивайтесь. Сериал обязательно будет. Ждите его. И я вам хочу пожелать еще раз хорошего лета. Чтобы у вас все было хорошо. Чтобы вы, как я, ездили на море, в аквапарк. И, может быть, я еще поеду в Болгарию, ну, это вряд ли, ну, короче, ребят, всем пока, всем хорошего лета.